Так, под какую музыку нужно делать предложение, чтобы девушка согласилась? Ну, это да, чтобы согласилась. У меня странное представление. Давай, потом давай. Какая-то смелее! Да? То есть это должно быть что-то известное или что-то как вообще? Как угодно. Вообще, импровизация. Там тарададам 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 тарададам. Переходи на сторону зла. А чтобы отказалось? Чтобы отказалось просто, ну, звук светового меча и отрубленная башка. Так. Нет, а чтобы отказался. Да-да. Давайте порепетируем. Будь моей женой. Нет. Спасибо. Да, надо. Кстати, это можно услугу такую продавать. Под какую музыку лучше всего гнать на «Жигулях» 87-го года по городу? А я сяду в кабриоле. Там, как правило, высоких частот. А вот потом ситуация, смотри. А под какую просить не лишать сотрудника ДПС вас прав? За превышение скорости, пока вы гнали на своей машине. Пожалуйста, мне семью кормить. Очень актуальная тема. Это прям додавил. Слезу вышел. Я прямо вижу, такая толстая щека сотрудника ДПС, по ней катится слеза и застревает. Ну, не потому, что ему жалко, а потому, что у него простуда. Как конъюнктивит у него. Под какую музыку уходить в пятницу вечером с работы? Ха! А вот встречный вопрос. А под какую приходить в пятницу ночью домой? В какую приходить в пятницу ночью домой? Да, то да. Есть, ну, то есть под утро. Это да. Зависит от того, женат человек или нет. Женат. Давайте вот так вот. Женат человек. Женат человек. Но в пятницу ночью, да, он приходит да, домой. Да, он приходит такой немножечко как бы не свежий. Не, это знаешь под челюстью. Ром тум 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 пам 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 пам. Плыви, Джек, плыви. Ну и давайте напоследок, под какую музыку смотреть очередной матч сборной России по футболу? Я бы. Нет, ты знаешь, я бы тоже предложил из, господи, из чужой среди своих, она тоже очень подходит. Ну давайте напоследочек прямо. А как она звучит? Ну это, нет, ну вот это то, что я спел, да. Сейчас, подожди секундочку, это что-то должно быть такое воодушевляющее, но очень грустное. Настроение безысходности. Давай, лови. Накидывай. Так, накидывайте, ждем. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не избавиться. Ну, нормально.